Привет! Сила природы невероятна. Ее невозможно победить или полностью предсказать, но и нельзя перестать восхищаться ее красотой. Сегодня ты увидишь самые веселые и безумные видео о том, как люди сталкиваются с дикой энергией природы. Поехали! Парень – настоящий герой. Ведь нашему виду тысячи лет, а джип только начал свой путь эволюции на этой суровой планете. В следующий раз выбор маршрута для прогулки следует доверить собаке. Смелая попытка, боец! В некоторых природных зонах прилив может быть стремительным и внезапным. Думаю, теперь владельцу не придется включать в ней кондиционер до следующего лета.
Неужели снег пошел настолько внезапно? Впрочем, внезапный снегопад здесь лучше, чем ливень. Ежище Христа. Алой. Buenas tardes. Disculpe, ¿es usted la señorita Paola? ¡Señorita Paola! ¡Señorita Paola, tranquila! ¡Señorita Paola, el patrón le manda flores, señorita Paola! Иногда природа заботится о нашем здоровье, даже принимая удар на себя. Брезентовый навес против мощного тропического ливня – плохое решение. А вот выпустить воду – правильный шаг, иначе рухнула бы вся конструкция. Лайк, если тоже сперва не заметил подвоха. Hello. It's okay. Умерь свое любопытство, парень. Yes. Yes. I got that. Mercy, it is a crackling down on us out here in PCD, Florida. Just give it a second. Ah! Ah! Come on. Hurry up. Hurry up, get ready, cats. Сила электричества в природе изумляет. Взгляни на этот разряд молнии, который возник просто из пустоты. Два пути, как можно проиграть гравитации. Океан напомнил, что он не просто милый фон для фото. В этом сражении у парня нет права на ошибку. Ашин is looking at you. Ашин! Ашин! Why did he even try that? Oh no! No, the bus driver called. The bus
Школьный автобус против сугроба. Как думаешь, за кого болеют дети в салоне? Этому сюжету много веков. Инженерный шедевр страдает под ударами стихии. Если и иметь хобби, то такое, от которого тебя не сможет оторвать даже потоп. Исследование среды – залог выживания. А еще оно защитит вас от позора. 3, 2, 1. Этот парень изобрел куртку безопасности на наших глазах. Респект этому капитану. Он не сдавался до последнего. Эти двое слишком самоуверенны. Это кадры из Сиэтла. И есть ощущение, что без разряда по альпинизму там не выжить. Этот черный пляж в Исландии прекрасен, но лучше не шутить с ледяными волнами. На этом знаменитом исландском пляже есть одно важное правило. Никогда не поворачивайся спиной к волнам. Перемены погоды порой творят чудеса. Садишься в автобус, а оказываешься на круизе. Природа капризна и быстро меняет среду вокруг. Человеку остается только приспосабливаться. Впрочем, купание этого парня могут повторять только очень опытные профессионалы.
Привет, с вами Йоу, друзья. Тут где-то мой клад находится. Будем искать. Ну, ромашка, ну! It'll be all right. Так выглядит мощный ветер в Юте. Если бы парень держал свой плакат крепче, то посетил бы Неваду. Сильный ветер может сделать парусник из чего угодно, тем более если не закрывать двери в машине. Какой бы мощной ни была твоя машина, законы природы все равно сильнее. Выяснилось, что приливная волна может поймать тебя не только на берегу моря. Этот поток настолько силен, что только автомобили способны с ним справиться. У велосипеда никаких шансов. Это байк! Хорошо, что эти парни оказались рядом и вытащили велосипедиста, который потерял своего железного коня. Коротко о том, почему перед походом нужно проверять прогноз погоды. Держи ее!
Такая погода заставляет людей заниматься кёрлингом на автомобилях. Очень непростой спорт. За красивое фото здесь придется заплатить холодным душем. Знаешь, какой лучший ресторан в городе? Тот, в котором можно спрятаться от торнадо. Новый тренд. Экскурсия и аквапарк одновременно. И все-таки ветер пожалел этих бедняк. Ее план спасения от воды был худшим из всех возможных. Дождь — это не страшно. В следующий раз ей стоит захватить зонт побольше. Для этого парня это явно не первый сезон дождей. Еще две пальмы ждут свои машины. Вот что значит проверка на прочность. Это изящное наказание за дерзость. Пчелам понравился твой скутер? Значит, это был твой скутер.
Что ж, прозрачность – еще одно свойство воды. Даже от просмотра видео бегут мурашки. Представь, каково слышать торнадо рядом с собой. Одна из веток, которую нес ураган, выбила стекло в машине этого парня. I was just about to go home. Oh my God. Даже не пытайся. Лед всегда перехитрит тебя. Это видео учит тому, что правила одинаковы для всех. Скорее всего, этот баран просто решил подыграть своему человеку. А вот этой бабушке удается все контролировать. Ничто не бодрит так, как внезапная гроза.